Две дочери Галины Трошенковой, мамы шести детей, пришли сегодня вместе с ней во дворец ветеранов, чтобы получить автономную систему пожарного извещения. Перед вручением дети мастерили пожарные машины, рисовали памятки для себя и узнавали о правилах пожарной безопасности. Теперь у них дома будет помощник, который в случае экстренной ситуации оповестит спасателей, чтобы они быстрее среагировали. Мы с мужем так или иначе работаем. Дети, бывает, что остаются дома с бабушкой, поэтому буду еще более уверена в безопасности своих детей. Такую автономную систему второй год подряд вручают многодетным семьям и тем, кто находится в неблагополучной ситуации в рамках акции «Дом без дыма и огня». Вручение состоялось при поддержке городского департамента опеки и попечительства и МЧС России по Самарской области. Очень благое и полезное дело, поскольку пожарная безопасность – это одна из важнейших составляющих вообще безопасности жизни. Потому что огонь не щадит ни малых, что называется, ни старых. Поэтому важная забота нашей администрации сегодня будет воплощена здесь, в нашем Дворце ветеранов. На сцене Дворца ветеранов извещатели получили 6 родителей. Всего до конца года в Самаре безопасность в доме повысит более 250 семей. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.